По итогам 2023 года на территории первого региона отмечается снижение количества преступлений по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми. В минувшем году сотрудниками УВД закрыто 14 помещений, приспособленных под выращивание конопли. Выявлено 5 преступлений, связанных с организацией притона для употребления запрещенных веществ. Задержано 5 несовершеннолетних, в отношении которых возбуждено 4 уголовных дела. Милиция напоминает, что уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет. И лишиться свободы юный преступник может на срок от 12 до 20 лет. В 2023 году, как и в настоящем, и предыдущем, основные усилия подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома в основном сосредоточены на выявлении организаторов наркобизнеса, пресечении законного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В прошедшем году по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми выявлено 602 преступления, из которых 385 преступлений по линии наркоконтроля. Выявлено 174 преступления, связанные с наркосбытами. В предыдущем году пресечена преступная деятельность двух интернет-магазинов, действующих на территории Брестской области. Общий объем изъятых наркотиков составил 354 килограмма. Порядка 60% из них составляют наркотики растительного происхождения. В сфере противодействия торговле людьми выявлено 217 преступлений, 60 связаны с оборотом порнографических материалов, из которых 18 с оборотом детской порнографии. Во взаимодействии с территориальными подразделениями выявлено 5 порностудий в Минске, Могилеве, Барановичах, Столине и Жабинковском районе. Что касается педофилии конкретно, непосредственно выявлено было 150 преступлений, 28 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. В том числе это 3 изнасилования, 18 преступлений насильственных действий сексуального характера, это статья 167. Статья 168 было выявлено 87 преступлений, это вступление в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. И статья 169, развратные действия сексуального характера, в истекшем году было выявлено 40 таковых преступлений. Работа по предотвращению сексуального насилия в отношении детей включает целый комплекс мер. Правоохранители используют специальные программы для упрощения отслеживания преступников в интернете, привлекают к взаимодействию учреждения здравоохранения, образования, распространяют информацию о проблеме своевременного реагирования на изменения в поведении ребенка и выявления злодеяний. А преступник должен понимать, что он обязательно ответит за свои действия. В данной сфере у нас налажено взаимодействие со всеми субъектами профилактики. Нам также оказывается огромная поддержка со стороны учреждений образования области, здравоохранения. Поэтому в комплексе мы можем решать поставленные задачи, но вместе с тем нам необходима помощь и неравнодушных наших граждан. Потому что все-таки, к сожалению, наши мамы и папы, когда ребенок находится дома, и они находятся дома, забывают о том, что ребенок может находиться не в безопасности, к сожалению, даже находясь в квартире, и в отношении него может совершаться преступление. Суть вопроса в чем? В том, чтобы родители понимали и знали, и предупреждали своих детей, не боялись, не стеснялись с ними разговаривать. О том, что действительно любой виртуальный друг ребенка может оказаться преступником. И чтобы дети четко понимали, что свои фотографии, тем более которые обнаженные, да, которыми потом можно ребенка этого шантажировать. А ведь когда преступник начинает проводить шантаж и говорить о том, что я вот эти твои сейчас фотографии распространю среди твоих одноклассников, твоих друзей и скину вообще, может, твоей маме и папе, естественно, ребенок замыкается в себе, ему становится очень страшно, и он не находит другого выхода, как всю эту информацию, которую дальше будет требовать преступник, опять ему продолжать предоставлять, и записывает новые видео, и, соответственно, ломается психика ребенка, и ребенок становится жертвой противоправных действий. Если вовремя не обратить внимание на поведение ребенка, подвергшегося насилию, у него может выработаться комплекс жертвы. Это приобретенная личностная черта, при которой человек считает себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. Накопившиеся проблемы и возрастающий стресс в сочетании с неумением справляться с трудностями зачастую загоняют ребенка в тупик. Комплекс жертвы может проявляться зачастую сменой настроения. Ребенок чувствует себя подавленным, грустным, он может изменять свой образ жизни, он может прекращать разговаривать с другими детьми. Он, если этот ребенок подвергается насилию в классе, может избегать, допустим, общения в самом классе. Или
избегать общения с теми людьми, которые это насилие, ну, действительно оказывали, может стать замкнутым. Конечно, ребенка может снизиться самооценка, он может начать к себе плохо относиться, может плохо относиться к своему будущему, не хочет никуда уже поступать, не хочет ничего там покупать для себя и не видит смысла даже в каких-то обычных вещах покушать, помыться. Часто может вести странные разговоры, что в жизни вообще не имеет никакого смысла. И на такие разговоры стоит обращать внимание, их не стоит игнорировать. Кстати, игнорирование тоже является способом психологического насилия. Когда ребенок обращается к родителям за помощью и говорит то, что ему нужна помощь, то, чтобы обратили на него внимание. Если его игнорируют, это тоже мы, психологи, относим тоже к некоторому психологическому насилию. Если мы заявляем то, что нам нужна помощь, то эту помощь родители должны и обязаны все-таки оказать и прислушаться к ребенку. Забота о детской неприкосновенности требует широкого спектра мер и действий на уровне государства, общества, организаций и каждого человека. Важно обеспечивать безопасные условия жизни для детей, предоставлять им поддержку и помощь в случае насилия, а также предотвращать опасность и создавать безопасные среды для их роста и развития. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, новости Бреста.